Тайфун Лан достиг западной и центральной частей японского острова Хонсю. Стихия принесла с собой проливные дожди и сильный ветер. По меньшей мере 20 человек пострадали, еще свыше 600 оказались блокированными в международном аэропорту Кансай. В префектуре Вакаяма эвакуировали свыше 26 тысяч жителей из-за угрозы внезапных оползней. В связи с тайфуном приостановлено железнодорожные сообщения. Также отменены более 800 авиарейсов.